Ребята, ребята, я сейчас шел, там какие-то инопланетяне, реально, там прилетели, какая-то фигня сверху. Слышите, звук там? Офигеть, там какая-то фигня сверху спустилась, свет такой большой. Слышите? Ёлки-палки. Смотрите, что там такое? Офигеть, что-то такое там, я не понял. Свет горит, смотрите. Свет какой-то горит. Ёлки-палки, что это такое? Что это такое? Свет горит, это инопланетяне, что ли? Нифига себе. Офигеть, что это такое? Офигеть! О, нифига себе! Нифига себе! Ой! Офигеть, просто офигеть. Просто офигеть. Вот это техника. Вот это техника. Вот это да. Вот это технология, я представляю, блин. Вот как работает машина Понсе. Импортная машина, не белорусская. Делает одно дерево, делает за одну минуту. Распиливает полностью. Смотрите. Отмеряет компьютер 6 метров. 6 метров компьютер отмеряет. Пила высовывается и отрезает 6 метров. Обалдеть просто. Суки отрезаются автоматически. Суки автоматически отрезаются по 6 метров.
сразу режется ствол. Машина Понце. Сразу на 25 метров сосна режется за одну минуту, даже меньше. Техника вообще супер. Человек бы эту работу выполнял полчаса, одно дерево. Машина называется Понце. Просто супер. Пожелаем удачи этому водителю Понце в его классной работе, интересной.